Здравствуйте, уважаемые друзья! У меня сегодня такое видеообращение к вам, к покупателям мультифиш, к почитателям моих видео, да, для тех, кто не безразличен, в общем-то, наша работа общая. Я думаю, что большинство подтвердит, уверен в этом, что мы стараемся каждому идти навстречу в разных аспектах, да, кому-то скидки максимальные, если человек там что-то не тянет, кому-то заменяем какой-то товар там спустя большое количество времени, обращая на двухнедельный закон о возврате и обмене, да, те же менеджеры часто предлагали, я думаю, это люди и писали, и подтвердят, о том, что мы отговаривали даже людей покупать более дорогие, там, те же удилища в пользу более дешевых, если мы видим, что людям это не подходит, а более дешевые как раз для него то, что нужно, да, то есть мы не хотим впарить, не наживались, не зарабатывали. Те же запчасти бесплатные на Дайва, Сальма, Фидер Концепт, что мы раздавали, Мейджор Крафт и так далее, то есть все наши акции, которые уже несколько раз мы проводили, и вот сейчас как бы у меня обратное обращение к вам с просьбой о поддержке. Сейчас, я думаю, многие видят и понимают, что единственный минус сайта – это отсутствие адекватного наличия товара, то есть часто тот товар, который выставлен на сайте, на самом деле его в наличии нет, и приходится постоянно уточнять у менеджера. Это очень, ну, конечно, напрягает. Я прекрасно это все понимаю, и понимаю людей, кто там нервничает и так далее, и менеджеров моих жалко, которых, в общем-то, выслушивают это все. Поэтому мы полгода старались со старым сайтом разобраться, что-то установить, но там по ряду причин, не буду уже перечислять, движок, шаблон и так далее. То есть, в общем-то, 3 или 4 бригады пытались это все сделать, не получается. Сейчас мы скооперируемся с новым, на новый сайт, стараемся все перебросить. И вот я вам сейчас скрин вышлю, сколько это стоит. Это, как вы видите, только первый этап, в общем-то, такие цены, да, и дальше будет еще какая-то, да, сумма увеличиваться. Мы в кубышку ничего не складывали, то есть старались максимально идти навстречу вам, не барыжить, как говорится, да. Поэтому, в общем-то, с учетом того, что сейчас и курс поднялся, и покупательская способность снизилась, да, и цены выросли, плюс еще наш вот этот апгрейд, скажем так, сайта, переезд на новый сайт и так далее, это все траты. Поэтому чем вы можете помочь и что я вас хочу попросить сделать? В общем-то, достаточно простые вещи, которые для нас серьезно повлияют, я надеюсь, на поток к нам покупателей. Это при просмотре моих роликов YouTube обязательно ставьте пальчик вверх и кнопочку подписаться, нажимайте, кто еще не подписан. Это повышает трафик просмотра роликов, да, это повышает их в рейтинге, они чаще выдаются в поисковой системе людям, которые запрашивают такую тему, да, для просмотра. Соответственно, к нам в магазин будет приходить больше покупателей. То же самое касается группы Telegram. Ну, там, в общем, только подписка, по большому счету. И самое второе по важности, это вот после YouTube, это группа ВКонтакте. Не мой личный профиль, как Балаев Максим, а именно группа магазина Мультифиш, там называется. Соответственно, когда-то, если кто-то не подписан, подписывайтесь, ставьте сердечко под публикациями, желательно комментарии писать как в YouTube под роликом, так и ВКонтакте. То есть лишний пальчик вверх, либо сердечко и комментарий, это дает ролику сразу подъемы и новости какой-то, подъем по рейтингу, по выдаче вверх. Поэтому, скажем так, вам это не сложно. Кто хочет действительно искренне помочь, отблагодарить, скажем так, нас за нашу работу, поддержать вот в эти непростые времена, потому что те же самые запчасти сейчас подорожали серьезно. Мы не знаем, будем уже проводить такие акции бесплатные, то есть будем думать, считать и так далее. То есть сейчас, в общем, тяжелая ситуация не только у нас, у всех. Поэтому с моей стороны я попрошу вас вот сделать вот эти вещи, кто, возможно, с регионов, еще что-то не знает, что такое лайк и тому подобное. Сейчас я прикреплю картиночку из YouTube ролика. Стрелочками внизу красными будет показано, на какие две кнопки нажать, подписаться и пальчик вверх. Соответственно, ВКонтакте
в группе, да, ну, я уже сказал, то есть под новостями ставьте, нажимайте на сердечко и желательно комментарии в YouTube и ВКонтакте. Очень надеюсь на вашу поддержку. Всего вам доброго. Продолжаем работать для вас и до новых встреч.